Всем привет, друзья, с вами Влад Шима, и это канал Влад Шимо. Ребята, мы с вами в игре под названием Ninja Arashi. Эта игрушка мне очень нравится. Нравится она мне тем, что она... она хороша тем, что она хороша. Я ее когда-то уже проходил у себя на телефоне. Здесь она уже полная версия. Раньше было только две локации, потом появилась вот эта и, собственно, финальный босс. Не знаю, вроде как должно ожидаться, что будет и вторая часть, вот она ожидается, но когда она будет, непонятно. Это очень жесткая игра, и мы, собственно, начнем. Да, у нас тут есть обилки, мы можем прокачиваться, здесь все очень круто, покупать различные штукенции, которые могут нам делать, не знаю, облики, инвиз там какой-то делать, короче, прокачивать умения мы здесь также можем. Чем мы, собственно, и начнем заниматься. Играть можно абсолютно без доната в эту игру, поэтому давайте начнем первый уровень. Плей, конечно же. Окей. Очень мне она нравится. Отстроил я тут управление, как я мог. Суть в чем? Орочи разрушил... он сбежал откуда-то. Есть, короче, чел Орочи. Он похитил дитя главного персонажа, насколько я помню. Главного персонажа зовут Араши. И вот он как бы... будет освобождать своего ребенка. Так, так, сейчас я вспомню, что я там отстраивал. Так. Ага, окей, это у меня был вот этот инвиз. Все, ребята, я в принципе помню. Надеюсь, мне будет удобно играть. Суть в чем? Здесь вот такие вот всякие ловушки, всякие установки, все, что тебе вот надо для хардкора, короче, и куча врагов. Вот, и все это надо проходить. Уровни. В коробках у нас лежит голда, за которую мы можем усиляться. Это замечательно. Кстати, очень такая индюшная вся вот эта вот атмосфера, графика. Все очень круто. Это чекпоинт, ребята. Вот в этих вот стенках, где мечи, конечно же, всегда есть потайная. Ну и цель, конечно же, каждой миссии — валить вот этих вот ниндзях и собирать свитки. Вы можете увидеть под персом, короче, под золотом и кристаллами можете увидеть свитки. Окей. И вот эти свитки нам нужно с тобой собирать. Три свитка на каждой локации надо собирать. Так, ну да, вот этим простым солдатам хватает всего два удара. Это очень круто. Да, с третьей главой Shield Protect. Да, ребята, это щит. Он защищает вот от такой фигни. Это, я так понял, яд или кислотная какая-то штука, короче, которая на тебя и постоянно... ужасно. Да, когда происходит середина карты, здесь обычно стоит чекпоинт, и вот такая вот красивая местность. Здесь можно нормально побегать. Ага. Вот такие вот штуки мы, ребят, собираем. Это означает, что мы прошли с тобой уровень. Но эти штуки ты можешь собрать еще раньше времени, но смотри, в чем прикол. Сам уровень все равно продолжится, пока ты не дойдешь до финальных ворот. Там есть в каждом уровне какие-то ворота финальные. В общем, и ты только тогда сможешь пройти. Вот, собственно, эти ворота. Это означает, что мы первый уровень с тобой прошли. Level complete. Хорошо. И сразу отправляемся во второй. Ну, смотри, уже есть 1300, значит, мы уже можем что-то усилить. Давай начнем, наверное, с сюрикенов. Все понятно, я вспомнил. Тут еще надо синие гемасики иметь. Да. Гемасики тоже падают. Зачесалось. Гемасики тоже падают в локациях, друзья, поэтому сейчас мы будем их, собственно, с вами пытаться находить. И все, я думаю, все будет хорошо. Здесь очень классная музыка. Надеюсь, ее будет слышно на видосе. Блин, тут сейчас очень все тихо. Ой-ой-ой. Все очень тихо на видосике, наверное, будет. Ну, не знаю, я надеюсь, такого не случится, и все будет слышно хорошо. Так, чекпоинт, замечательно. Да что ж такое? Отлично, я. В общем, клевая игра. Мне она прям сразу понравилась. Я бесконечно буду ждать вторую. Да, вот эти вот, это вот самое сочное. Надо вот отходить вот так. Вот таких ловушек очень много бывает в игре. И вот таких тоже. Окей, собственно, вот он сам чекпоинт. Сол. Так, да, когда летят драконы, они могут скинуть тебе щит и могут скинуть хп. Это здорово. Так,
Окей, собственно, вот щит летит. Так, окей, он упал прямо на чувака. Это нам не очень, конечно, зашло сейчас. Но у нас есть с тобой вот такой щитец. Ну, смотри, чувак вообще просто нас даже не спалил. Так, мы в центре с вами уровня. В центре уровня всегда есть вот такая вот дорожка без ловушек, пробежка небольшая. Это круто. Очень красиво тут все смотрится. Цветущие сакуры, там все вот это. Настоящий стиль самурайский. Так, отлично, 10 гибмассов мы с тобой получили. Это значит, что еще 10, и мы сможем уже сделать свою первую прокачку. И будет круто. Да, вот появился новый вид солдат, они с копьями, это очень жесткие ребята, поэтому лучше с ними жестких дел каких-то терок не иметь. Да, и вот эта штука тоже мне не очень нравится, это называется коса. А, если ты боишься, то делай вот так. Это будет самое простое, наверное, решение твоих проблем. Вот. Но обычно я так и делал, потому что, ну, мало ли, вдруг ты реально что-то сделаешь не то, и тебя коса завалит. А вдруг до чекпоинта далеко. Вот, и будет не очень, как бы, хорошо. Так, level complete, хорошо, мы идем в третий левел. А, давай усилимся, конечно же, мы с тобой усилимся. Так, мы можем прокачать с тобой кулдаун. Нет, кулдаун не будем качать, давай качать вот это. И... Так, ну и... И чуть-чуть не хватает, чтобы было у нас жизни больше. Ладно, хорошо. Прокачали сюрикены с тобой. Окей. Также можно качать свою хпшку. В плане того, что жизни будет просто-напросто больше. Сейчас у меня максимально 3. И вот можно докачаться, чтобы было 7 или 8 их у тебя. Так, ну вот это, я думаю, легко. Вот так он ускоряется, но можно вот такими вот приемами и мочить. Когда к тебе спиной враг, можно спокойно так... Так, вот это вот тоже жесткая ловушка. И вот одна всегда на паузе, и потом только падает. Смотри. О, видал? Она переждала. Ну вот, поэтому тоже надо аккуратно не попадаться на это. Вот, видите, тоже шипы в стене. В стене. Аккуратно надо вот с этим всем быть. Это все-таки ниндзя Араши, друзья. Клевая игра. Вообще нет никаких изъянов в ней, мне нравится. Да-да-да, хотел ускориться, но я тебе не дал это сделать, чувак, потому что ты лох. Так, окей. Так. Вот эти вот пустые комнатки, конечно, очень разочаровывают, что в них ничего нет. Но тем не менее... Да-да-да-да-да-да-да, конечно, конечно, я помню это все дело. Хоба-хоба-хоба-хоба. Да-да-да. Бомбы. Вот с бомбами надо быть тоже очень аккуратным. Они могут оказаться в коробке. Я совсем о них забыл сейчас в данный момент. Аккуратно с ними надо быть. Так, окей. Вот тут уже, смотри, тут уже опасно. Тут уже становится опасно. Но не опасно, если ты все делаешь по уму. Вот, поэтому второй свиточек наш. Замечательно. И, собственно, центр уровня, где можно пробежаться и посмотреть на пейзажи, пока врага нету. Это как расслабление небольшое тебе дается. Окей. Как вы видите, вот кристаллики спокойно фармятся без донейшена. Это очень хороший показатель для такой замечательной игры, как Раши. Мне нравится это все дело. Если вам понравится, мы будем проходить эту игру. Вообще, я изначально планировал прохождение, потому что, ну, она реально клевая. Мне было бы поностальгировать хорошо еще раз, пройти ее еще раз. Проходил я 2 раза, когда еще было 2 локации. Очень долго не выходила 3-я локация и финальный босс. Вот, поэтому можно сказать, что я играю в 4-й раз. Потому что 2 раза я проходил 2 локации, потом проходил полностью всю игру. И вот сейчас играю в 4-й раз. Вот, ностальгирую, скажем так. Окей, 3 свитка собраны. Замечательно. Level complete. Ну, я думаю, мы это сделаем ноу, потому что, ну... Я не хочу сейчас переходить в Play Market, оценивать там. Зачем мне это надо? Вот, самый классный музон, мне он очень нравится. Он такой спокойненький такой, прям спокойненький, душевный, прям, знаете, прям класс. Так. Настоящая Япония, прям, ребята. Вот это вот жестко, что этот парень не стал у нас. Отлично. Когда он поворачивается щитом, блин, вот это самое конченое, да, потому что, ну, ты ничего не можешь сделать. Так, окей, вот оно. И не забывайте, сейчас будет еще одна.
которая ждет, смотри, хоба. Я так и... Так, вот, ребята, вот летит хитпоинт, смотри. Не хитпоинт, а дополнительная жизнь. Так, вот видишь, теперь у нас x4 их стало, но смотри, это только на этот уровень. На следующем уровне уже не будет именно этой жизни. Постоянной жизни только если ты их сам прокачиваешь. Вот, имей в виду. Так. Игрушка зачетная. Так, окей, бомба. Ну, можно сказать, ну, про наизусть, может, я что-то и забыл, но я точно эту игру досконально, можно сказать, знаю. Enemy! А вот так хочешь? Enemy! О, замечательно. Trash. Это значит, что хардкор. Хардкор испытал наш персик наш испытал хардкор. Так, замечательно. О, вот это уже будет сексуально, если я упаду вот на вот эту вот, на вот эти штыки, будет не очень хорошо. Здесь есть. Здесь есть. Здесь есть чего побомбить, ребята, так что имейте в виду. Вот. Вот, собственно, центр уровня, когда нам дают пробежаться нормально. Хотя бы немножечко. Ой-ой-ой, что-то я сейчас не то нажал, хорошо. А, да. Стена. Да-да-да-да-да, можешь не мяукать. Твое мяуканье здесь не поможет, чувачок. Так, замечательно. Да, вот так тоже можно делать. Мины задевают, собственно, тех, кто... Мины задевают врага. Это очень круто, на самом деле. Поэтому враг не ускользнет. В любом случае он не должен ускользнуть. Это основная цель. Ну, потому что если не убивать врагов, их можно, конечно, перепрыгивать, но это чревато тем, что ты напоришься на его копье, это будет не очень хорошо, и придется опять играть от чекпоинта, а кому это надо? Так, отлично, вот он, хитпоинт еще один взят, красная, это у нас жизнь, так, окей, сохранение. Да, и вот эта штука, смотри, не действует на вот этого типа, поэтому аккуратно с этим. Я, кстати, не пойму, почему не действует. Главное, бомба взрывает его, а вот эта штука нет. Дай, можешь не мяукать, братан, все хорошо. Так. Давай отсюда подальше, окей. Так, да, вот эти вот шпили, шпики. Тоже очень опасная штука, поэтому вот так надо встать, чтобы он... Между ног вошел тебе вот эта вот штучка. Как на бутылку садишься, короче. Но ты аккуратно с выражениями, если что. Там не бутылка, конечно, это другое чуть совсем. Ладно, не будем. Ой-ой-ой, сейчас я не то нажал. Надо чуть управление будет перестроить, я чуть не затупил. Меня сейчас тупо сфартило, вы видели сами. Окей, все, мы прошли. Замечательно, теперь можно немножко подусилиться. Прям вот малость, можно подусилиться перед пятым левелом. Мы можем усилить с тобой наше ХП. Причем, смотри, у нас уже с тобой есть две дополнительные жизни. Сейчас у нас изначально, как только мы заходим с тобой в новый уровень, будет 5 жизней вместо 3. Посмотри внимательно на это. Это очень-очень... А, 4 жизни, окей, окей. А, там показывается, короче, что тебе прокачивается. И, видимо, одна жизнь только прокачалась, а вторая... Обилка, короче, она, может быть, я не знаю, не жизнью была связана, а с чем-то другим, может, со скоростью какой-то. Мы потом посмотрим. Ой-ой-ой, я прям рядом упал. Окей. Что-то я так затупил. Так, кстати, еще может быть такая фигня, что свитки могут лежать аж где-то здесь, но этого сегодня здесь нет. Хорошо. А то иногда ищешь свиток, ищешь, а его нету, а он, оказывается, вообще на... Да, вот, кстати, капкан сработал, как вы сейчас видели. Я на него не попался по той простой причине, что... Я имел в виду, что он там лежит. И моя защита, скажем так, которую я подобрал у дракончика, она мне помогла. Это круто. Так, окей, забирай. Так, вот это мы забираем тоже. Все замечательно. Камень, булыжник. Когда вот такие склоны, все, ребята, это 100% булыжник. Да, обратите внимание, вон чувак с оружием уже. Он опасный. Если он стрельнет, все, ребята. Один плюхан, и тебя нет, считай. Так, вот это вот опасная штучка. Как бы ее аккуратно так цепануть. Я всегда боялся вот такие моменты. Вот, блин.
Отлично, цепанул. Так, тихо-тихо. Выбрался. Ручки-то дрожат, как бы, но... Зарекомендовал себя как опытный игрок в эту игру, и такой беру и просираю. Как бы не очень, да, смотрелось бы это все дело. Так, окей. Капкан ни в коем разе не убирается вообще, ему на это насрать. Да, но можно, конечно, вот так сделаться. Все равно ничего не случится. Иногда, конечно, на тебя могут налететь и заколоть, но в основном такого не случается, потому что капкан, он капкан. Если там будут такие штыки, обычно никто не нападает и не добивает тебя. Но есть такие места с капканами, что они нападают и добивают солдаты. И с неба какие-то там приземляются на тебя и добивают. Вот, кстати, центр уровня. Нам, опять же, дали пробежать чутка. Чутка, чуть-чуть. Да-да-да, промяукал чувачок. Окей. Так, хорошо. На самом деле, из подобных игр вот это... Ну, она единственная, наверное, вот такая. Самая такая клёвая. Мне... Вот, пожалуйста, я уже сдох. И с самого чека... Но зато продемонстрировал, как это все выглядит, короче. Вот, поэтому... В плане того, что здесь дается, ну, прилично жизни, я думаю, здесь ты сильно не заскучаешь. И даже если нужно играть заново, то, я думаю, ну, все равно это будет нормально. Потому что... Игрушка интересная, как ни крути, она прям чётенькая, ты понял? Окей, чекпоинт. Ну зачем? Нет, надо вот это вот поменять. Надо сюрикен поставить на вот эту вот буковку. А вот эту вот телепорт его поставить на другую чуть. Я немножко неудобненько сам же для себя сделал. Так, ну хорошо. Окей. Рубины фармятся. Да, если вы перепроходите уровень, также дают золото и рубины. Поэтому донат здесь, в принципе, не обязателен. Но был один ивент на Хэллоуин, да, там давали прикольные костюмы. Именно хэллоуинские костюмы. Но только для того, чтобы сделать вот так. Ты мог не бревном, допустим, стать, а каким-то хэллоуинским чуваком красивым. Я считаю, что это не так прям важно, чтобы у тебя именно этот костюм прям там был такой. Так, хорошо, сейчас мы посмотрим, что мы в медитации прокачали. Смотри, первый уровень дал нам плюс одну жизнь, а второй нам уровень shield duration плюс 2s. Shield. А, на, с, короче, щит, который мы находим, или падает с дракона, он немножко на 2 секунды, короче, дольше работает. Вот, собственно, в чем суть. Окей, пошли дальше. Давай, наверное, пройдем последний левел на сегодня. Я думаю, тебе понравился. Я думаю, тебе понравилась игра. Окей, ну не знаю, посмотрим. Если вы захотите, продолжим. Нет, ну, наверное, нет. Ну, я эту игру просто играл. Конечно, возможно, там есть что-то новенькое. Может, что новенькое добавили с патчами. Я не знаю, я просто не проверял. Но посмотрим. Пока что я вижу все, как оно было. Дальше, конечно, будет хардкорно, даже потому что я это все уже проходил. Все равно будут моменты, где я опять же буду тупить, потому что я нереально долго проходил третью локацию из-за того, что она капец какая сложная была. То есть первые две локации не такие, ну средненькие, а потом начался просто тотальный просто взмах вообще моих нервов. Вот, и я давно не играл, многое забыл. Возможно, опять будет бомбежка у меня какая-нибудь здесь. Но я надеюсь, такого не случится, потому что нервы, они дорогие. Дорогие. Хорошо. Отлично, бахнуло. Так, здесь надо аккуратно действовать. Если ты играешь первый раз, действуй здесь всегда очень аккуратно. Вот так, подойди, посмотри, оцени, насколько тебе хватает экрана, кто там есть, что надо предпринять, как удобнее завалить. Это самое, наверное, лучшее, что может быть вот в такой игре. Вот, поэтому все надо делать все по аккурейту. Вот видишь, сейчас чуть не попался. Отлично, щилда упала. Сейчас мы ее заберем. Вот и все. Меланс. Меланс это же вроде этот, дыня, не? Вот и мелон. Окей. Что-то чувак дыни захотел, походу, хорошо. Куплю тебе. Пройдешь только уровень, ладно? Так.
Да. Затупок сейчас был жесткий, потому что я что-то растерялся. Не все ты, конечно же, места помнишь, даже если ты уже когда-то тут играл. Все места тут невозможно просто взять и запомнить. Здесь очень много идентичности бывает, поэтому надо все это делать аккуратно. Вот, вот жестко, очень жестко. В первый раз я играл, и я просто херел с этого всего дела. Вот по той причине, что вот в таких потайнухах свитки бывают. Так. Сейчас аккуратно пропустим эту штучку. Вагонетку хотел сказать. Так, окей. Так. Окей, вот и все, ребята. Так, дается нам щилда. Зачем ты это сделал? Вот он стрельнул, и мы можем сделать вот так. А что, не можем, что ли? Подожди. А, в щелде не можем, блин. Ладно, я, кстати, сейчас для себя впервые это открыл. Мы в щелде не можем сделать вот этот вот быстрый телепорт. Окей. Ладно, давай аккуратно тогда мочить. А, ну смотри, мы можем... А что тут лежит в этой штуке? Да ладно, жизнь это фигня, мы уже почти прошли. Не будем заострять внимание на жизни. Ага, лоханись, братан. Так, замечательно. Да, кстати, критические удары здесь тоже прокачиваются, если что. Можно их усилять и уничтожать врагов с одного удара. Это тоже клево, я считаю. Вот сейчас я затупил. Жестко затупил. А вот сейчас было круто. Вот сейчас было круто, да? Было же круто. Так, аккуратно. Все было круто. Все было очень круто. Мы прошли. Ну что ж, вот такой вот ниндзя Араши. Араши ниндзя. Мы с тобой прошли 6 уровней, полноценные 6 уровней мы с тобой затащили. Мы красавчики, мы молодцы. Вот, поэтому, если вам понравилось, то мы, собственно, конечно же, продолжим непосредственно. Но, ну вот, смотри, Critical Chance уже плюс 4%, здесь уже еще плюс 4, здесь уже плюс 5. Ну и тут уже еще плюс 5, еще плюс 5, еще плюс 5. В общем, процентаж растет. Процентаж хорош. И здесь, опять же, смотри, дальше плюс еще одна жизнь. Потом опять же к счету, еще одна жизнь. Опять к счету, только уже 3 секунды. И еще одна жизнь. Собственно, очень даже неплохая игрушка. Мне она всегда очень нравилась. Клевая. Ставьте лайкусы, если вам тоже понравилось. Всем спасибо и всем пока. Да, и конечно же, пишите, если вам понравилось, продолжаем ли мы ее.